Привет, мама. Привет, Лиза, Маргоша. Привет, Кисюня. Привет, Лера. Привет, бабуля. Папе, я не понял. И сейчас я еще хочу сказать привет, наверное, каждому жителю Владикавказа и даже всему миру. И сказать спасибо, что вы есть. И хотел бы как-то изменить этот Владикавказ. Не знаю как, но желание огромное имеется. Спасибо тем, кто сейчас это проводит. И спасибо... Эдди Шанаев. Спасибо моей компаньонше Марине. Она поддерживает меня, рядом стоит. Это не важно, она всегда поддерживает меня и помогает. И самый веселый человек, будущий танцор. И пока все. Всего доброго. Хочу передать своим одноклассникам привет из третьей школы. Меня зовут Влад. Я учился в третьей школе и... Постоянно были у меня ссоры, и перевела меня мама. Перевела она меня в 13-ю школу. Но я решил не смотреть на эти все ссоры, драки. И решил приходить навещать их тоже, чтобы радоваться. В 13-й школе тоже хорошо и очень круто. Хочу передать своей учительнице Мадине Феликсовне и Фатиме Борисовне. Мадина Феликсовна из 13-й школы, а Фатима Борисовна из 3-й школы. Хочу передать им всем приветы. Все. А это человек, самый необычный человек в мире, который хочет изменить этот мир. Да, это все мелочи. Я хочу передать привет из СОГУ, факультета журналистики. Ребята, вы лучшие, желаю нам веселой учебы. Я вас люблю. Маиры фашиват, дасины, дакыгай. Фалаштан машау жардадарт. Самамын канцына, дасашта тышыгай. Аннахай, алгайзан мамарт. Асаглон адам, асаглон башта. Ахшныфайн важен сматук. Малатай на таршин, фон на фаштам, мавал дарма чиха сашук. Качызг мнашкан за жарда халанкарак, кайкау на ридзан кадзах. Чивадзан, мадух ябах. Маиры фашиват, дасиной, дакыгай. Фалаштон машау жарда дарт, самамын кадзана, дасашта шигай. Аннахай, фавыдзан мамашта. Хайтакаты кошта. Все. Здравствуйте, меня зовут Софья Ватаева. Я хочу вам рассказать стих. Буквы Е, Н, Л, М, Р подают нам всем пример. Хоть живут они без пары, мы всегда их видим рады. Всем добрый вечер. Хотелось бы передать всей республике большие приветы, счастья, удачи. Особенно селению Хаталдону, селению Нагиру, всем друзьям, кого я знаю. Всем родителям, которые являются мамами, папами, всем детям счастья, здоровья. Отдельная благодарность республике, которая начала делать дороги во Владикавказе и не только. Всем счастья, удачи, любви, чтобы надеялись только на себя и на своих друзей и родителей. Спасибо. Я хочу передать привет Нэнти. Передаю привет своему залу, своим друзьям, братьям, сестрам, своей девушке. Азику привет и передаю, Сосу, Кучерявому, всей своей группе. Все? Всем передаю привет маме, папе, бабушке, дедушке, друзьям, одноклассникам. Все. Желаю всем успехов. Передаю привет всем своим одноклассникам. В первую очередь хочу передать привет своим хорошим, отличным родителям, моей маме и моему отцу. Желаю им хорошего здоровья и успехов в работе. А также хочу пожелать своим одноклассникам успехов на экзаменах. Еще чтобы они хорошо закончили и институт, и пошли на работу, куда они хотят, и добились всех своих успехов. А также вот организаторам вот этого всего. Спасибо.
Здравствуйте. Давай, 3-4. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы живем в самом красивом городе Кавказа и всей России. Здесь очень красиво. Здесь все ходят счастливые и радостные. И веселые. Мы очень любим свой город. Ура! Привет всем землякам! Мы вас любим! Всех любителей театра и кто еще только собирается его узнать и полюбить, приглашаем в Русский театр. Скоро открытие сезона.